Сафин настраивал перед матчем? Что говорил? В целом примерно так же, в целом примерно такой же настрой был. Да нет. Надо было обратить внимание на игру в обороне и просто построже сыграть. А, Никита, скажите, пожалуйста, а были какие-то опасения перед встречей с Нефтехимиком? Ну, как-то в прошлый раз они так СКА обыграли неожиданно. Да нет, как таковых опасений не было. Настраивались как на обычную игру, все-таки чемпионат и еще довольно ранняя стадия, чтобы какие-то специальные настрои были. Просто говорю, тренеру виднее, на чем нам работать, и некоторые компоненты надо улучшать. Сегодня получилось. У тебя было много моментов сегодня, несколько раз штанга, выше ворот. Видно было, что ты очень хотел забить, и в конце все-таки получилось. Ну, знаете, я каждый раз хочу очень забить. Не всегда есть моменты, не всегда получается. Сегодня Юра очень хороший пас отдал, и все-таки зашла, значит, добили. В команде с кем общаешься из игроков? Ну, у нас вообще очень хорошая атмосфера, отличный коллектив, несмотря на то, что большая разница в возрасте. Поэтому ну, нет никаких проблем, и я говорю, опять же, отличная атмосфера, и все очень дружно, поэтому так даже никого видеть не могу. И с молодыми ребятами, и вот с ребятами, как Денис, с такими уже практически пенсионерами. То есть, шутка. Они оценили. Шутка. Твоя шутка. Ну вот, то есть со всеми хорошие отношения. Да. На Барсах настраивается будет команда. Все-таки соперник пожестче будет, чем Нефтехимик. Ну, у нас уже были серьезные соперники, это и Динамо, и СКА, поэтому я не думаю, что... Это больше для болельщиков будет какой-то там, наверное, специальный матч, а для нас будет довольно обычная игра, рядовая, просто, да, действительно, Акбарс серьезная команда, и всем известно. Болельщикам несколько слов скажи, пожалуйста. Спасибо за поддержку, сегодня пятница, все равно пришло много народу, будем надеяться, дальше будем рады. А, Никита, можно еще один вопрос? Вот скажите, пожалуйста, Гореев сегодня забил свою первую шайбу. Я видела, что Хлыстов ее забрал у судьи и отдал. Это вообще какая-то примета, традиция? А чем это связано? Ну, то есть, как бы это шайба хранится потом? Ну да, это довольно памятный момент вообще-то. А чем это? Просто то, что первый гол в КХЛ, конечно. Огромное количество людей вообще до этого уровня не доходит. А тут первый гол, поэтому, естественно, все забирают. Спасибо большое. Удачи вам.